Смоленске выясняют причины пожара, унесшего жизни двух студенток Государственной медицинской академии. Огонь вспыхнул этим утром в здании общежития. Очаг находился на 4-м этаже. Погибшие, учащиеся из Индии, задохнулись от дыма. Хотя пожарные расчеты, как сообщили в региональном МЧС, прибыли на место ЧП оперативно и провели эвакуацию, на улицу были выведены, по уточненным данным, более 100 человек. Сейчас возгорание ликвидировано. Рассматриваются разные версии случившегося, от неосторожного обращения с огнем до замыкания электропроводки.